Друзья, всем привет! Посмотрите, какая здесь лежит красавица. Очень вкусная, ароматная, аппетитная. Запеченная рыбка в духовке. Рецепт универсальный и подходит для любой рыбы. А я готовлю сегодня целую форель, маринад которой покорит всех. Первое, с чего мы начнем маринад, это возьмем красный лук. Нарежем его мелким кубиком. Лука нам понадобилось красного половинка. Сейчас берем зеленый лук. Здесь возьмем целый пучок. Напоминаю, рыбка у меня очень большая, поэтому много ингредиентов нам понадобится. 2,5 килограмма весит моя рыбешка. Соответственно, если у вас меньше рыбка, уменьшите количество ингредиентов в маринад. Возьмем 1 целый помидор. Его можно мелко нарезать кубиком, как я это делаю, либо просто натереть на терку. Берем 2 зубчика чеснока. Продавили. И мелко нарезали. Немножко свежей петрушки. Берите кинзу, если вы любите. Добавим в наш маринад растительное масло. 1 столовую ложку. Дадим огромную щепотку соли. 1 столовую ложку винного или бальзамического уксуса. Дадим немного свежести за счет цедры лимона. Возьмем 1/4 лимона и выдавим его в нашу сальсу. Рыба у меня уже потрошенная, без чешуи и без жабер. Это прям важно. Подрезаем нашу рыбу. Делаем это для того, чтобы хорошенечко прошел маринад и быстро, и не нужно было ждать его и так далее. И делаем это с 2 сторон. Рыбу нужно будет еще предварительно посолить. Внутри также. Хорошенечко втирайте прямо в прорези, которую мы сделали. Обратите внимание, пока мы занимались рыбой, маринад уже пустил сок. Это то, что нам нужно. Если вы такие быстрые, и маринад не пустил сок, значит нужно подождать. Ох, представляете, как это будет вкусно. Остальное все отправляем вовнутрь. Там, где вторая прорезь, не нужна, потому что если перевернете, все вывалится. И будет все не то. То есть сверху и в середину. Если красиво, ставьте лайк и пишите красиво в комментариях. Далее, друзья, все просто. Разогреваем духовку до температуры 180 градусов. Ставим нашу рыбку, запекаем, пока не приготовится. Ура! Готовая рыбка! Смотрите, какая она красивая! Если вы будете использовать такую же большую рыбу на 2,5 килограмма, как у меня, она будет запекаться в течение 30 минут при 180 градусах. Но если вы используете 1 килограмм, 1,2 кг, это будет примерно 15-20 минут. Потрясающе! А подается просто, проще простого. Срезал, положил и готово, практически даже без косточек. Друзья, очень классный рецепт, делюсь с вами, потому что считаю, что вы достойны знать такой вкусный и простой рецепт для всей семьи. А на этой классной вкусной ноте побежала ее кушать и угощать всю семью. До скорой встречи, всем пока. Вас бы точно накормил.